Мой совет людям всего мира. Когда к вам приходит женщина и говорит, что в ней есть такой-то злой дух, пожалуйста, бегите. Боже мой! Повторите еще раз. Боже мой, что я хочу сказать людям во всем мире? Будьте осторожны с замужними женщинами, которые из них замужние женщины. Они ищут, как бы они могли утянуть вас. Они скажут вам: «Человек Божий, я столкнулась с такой-то проблемой. У меня болит живот, у меня болит в груди. Пожалуйста, бегите от всего этого». Пастор, потрудитесь повторить это еще раз. Вы сказали, что мы должны быть осторожны. Зрители всего мира, будьте осторожны. Потому что именно так я начал встречаться с молодыми девушками, замужними женщинами. Они приходили и говорили: «Человек Божий, у меня болит поясница, прикоснись к этому месту. Прикоснись и помолись за меня. Человек Божий, у меня болит в груди, прикоснись к груди и помолись. Человек Божий, болит у меня живот». Не успевайте понять, что происходит, как уже становится слишком поздно. «Человек Божий, прикоснись к моей груди, у меня болит в груди, и вы возлагаете руки. Человек Божий, прикоснись к моей пояснице, у меня боль поясницы, вы возлагаете руки. Человек Божий, прикоснись к моему животу, не успели вы оглянуться, как от живота ваши руки пошли все ниже и ниже».